Ну, говори что-нибудь. Мы находимся в Воронеже. Сегодня какое число? Уважаемые дамы и господа, мы с вами находимся возле Воронежского театра юного зрителя. Сегодня замечательный день. В театр мы, конечно же, не попадем, но это посмотрим репертуар. А репертуар – подарок. Видевший зовут Пушкин, Платонов, Ибсен. О! Вы только посмотрите, Ибсен. Рак народа, это же одна из вообще таких этих полотнищ Ибсена. Замечательная пьеса.